Всем привет. Аналитическое мышление включилось. Солнечная батарея никому не нужна. Есть возможность приобрести. Все. Здесь намного интереснее. Тишина, людей нет, никто не орёт. Так. Это вот, наверное, какой-то заброшенный. Блин, что-то я не узнаю все равно эту местность. Ну, гора вот. Значит, все-таки вон там. В общем, я сейчас пойду вон туда, посмотрю, что там. Пока ничего я здесь особо не наблюдаю, кроме почвы, где сквозь камни пробиваются деревья. И это смотрится очень круто. Опять же, возвращаясь к этой горе. Ладно. Буду идти пока и смотреть по сторонам, чтобы мало ли что, а то так куда-нибудь провалишься. И все. Game over. Так. Это все-таки не то. Такое ощущение, что это конкретно это место. Да? Я не видел никогда. Потому что вон там какая-то железка, и он слишком маленький. Мы с Мишей были тогда на двух больших. Странно все это. А здесь куча ржавой хрени и ничего больше. Так, ладно, вон идут наши. Так. Надеюсь, вам их будет слышно. Слышимость здесь, кстати, очень хорошая. Я отстал от наших. А, они недалеко ушли. Я думал, все это намного дальше. Не знаю, что это за опора. Может быть, тут когда-то была вышка. Может, это был какой-то кран. Сейчас это сложно понять. И вот здесь что за хрень, и мне тоже непонятно. Ладно, иду дальше. Возможно, они здесь просто заливали эти кубы, потом где-то закапывали и что-то к ним приваривали. Ну ладно, не будем гадать. Все равно мы не знаем, что это. Вообще, вот посмотрите, как красиво здесь, когда солнце и тень, и солнце, и это так эффектно смотрится. Чё, там ничего нет? Все назад.
Че, он пришел? Серег, давай туда, не пойдем дальше. Че там, дичь? Ну, да, он говорит, он там был. Он говорит, там охранник был и куча собак. А я и говорю, там собаки. Да, поэтому, ну, далеко. Не готовы бегать от собак? Не, он поехал назад, его типа направили. И он, короче, едет туда. Все, пошли. Пойдемте, просто у меня слово собаки испугали. Покажи нам путь. Смотри, дебилы какие-то, что разговаривают. Сейчас нам путь покажет, Дрон. Он что нам покажет? Показывай, блядь. А потом будет угарно, что если это реально чей-то другой дрон. Я просто видел, как с таким же дроном я видел, кто-то был на карьере. Я прям видел. Все уехали. Тишина и спокой. Остался только Саша вон там наверху. Ну где мы спускались в тот раз? Давай тогда быстро заварим. Включай горелку. Вон еще альпинисты остались и все. И мы. А было так людно. Ну тогда, сынок, сними, как я буду подниматься. В общем, сейчас... Кто? Альпинисты? Да пускай они эти тихие. Это те все на детей орали. Круть. Ребята, тишина и спокой. Только вон там Саня горланит. Легко тут, да? Да вверх-то проще идти, чем это. Я спускался. А спускался-то я еще монопод держал. Ну да. Поэтому вот. Что, давай я пройду? Слушай, подожди. А это точно то место? Нет, наверное. Вот мне тоже так кажется, что это не то. Опа. Проходи теперь. Да нет, ты на меня сейчас снимаешь еще? Да. В общем, это, мне кажется, все-таки не то место. Ну, но подняться можно, и ладно. Но мы проверим. Потом на записи сравним, но это не оно. Как по мне. Хотя хрен его знает. Завершился наш сегодняшний день на Дюкинском карьере. Ну что сказать, было увлекательно и интересно. Надеюсь, вам это видео понравилось. Хотя, как бы не сказать, что мы там что-то такого необычного делали, но все довольны. Сегодня мы вечером собираемся тусоваться в камнях. То есть Стас сейчас уехали в Ковров. Они там должны взять ключи от съемной хаты. До Камешкова он не дозвонился, чтобы снять квартиру в нашем городе. Вы, конечно, зададите вопрос, почему я его не поселил в свою. Ну, потому что. Вот, так вышло. Стас в курсе, а остальным знать не надо, почему так вышло. И мы сейчас должны ночью ехать тусоваться дальше. Всего скорее мы поедем в Мостцы... И еще куда-нибудь. Но это не точно. Так что увидимся в следующем видео. В общем, смотри, вон светофоры, где ты поворачиваешь направо, как я тебе говорил. Тебе ехать вот сюда. Это вот напротив Магнита будет нашего. Короче, здесь улица... Школьная, дом 11 вбивай. И ты, короче, это... Здорово. Попадаешь прямо вот сюда. Мы тебя здесь ждем.
Ничего. Вчера вот я все-таки чуть назад ехал. Ну? Я решил позвонить. Комментарии. Ты кошелек? Да. Окей. Не, ну давно. Так, придется это просто себе на память. Начинается трэш, дождь.